Новый год с полицейскими отмечают воспитанники детского дома «Родничок». Сотрудники управления МВД России по Ивановской области поздравили подшефных с самым главным праздником в году. Детей здесь немного, всего 16, им нет и 5 лет. Все малыши по тем или иным причинам остались без родителей. Они очень волнуются о судьбах наших детей. Они приходят к нам не только в Новый год поздравить их с Новым годом. Это постоянные друзья в течение всего года. Они интересуются, как развиваются дети, как растут, как их здоровье, не нужно ли какое лекарство, не нужны ли какие развивающие игрушки. То есть если у нас какая-то есть, так уж не очень крупная, будем говорить, потребность, мы обязательно обращаемся к своим друзьям. Хорошо, что они у нас есть. За этот год сотрудники полиции для детского дома сделали немало. Всячески поддерживали, в частности, помогли с обустройством логопедического кабинета. А в преддверии праздника подарили ребятам настоящую сказку. Загадывали загадки, водили хороводы, танцевали и пели. Дед Мороз послушал каждое стихотворение. Правоохранители признаются, каждый такой праздник для них имеет огромное значение. Наверное, все сотрудники, я думаю, что я скажу за всех, ждут его не меньше, чем дети, к которым мы сегодня пришли. Потому что столько положительных эмоций, сколько вот мы сегодня получили от этих маленьких ярких звездочек, наверное, в процессе трудовой деятельности их получить очень тяжело. Праздник на хороводах, танцах и стихах не закончился. Все ребята без исключения получили подарки, множество самых разных игрушек и сладостей. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.